А сегодня я расскажу, как происходит у нас на яхте стирка. То есть, вообще, в идеале, самый правильный вариант, которым мы пользуемся в плане стирки, мы заходим в марину. Обычно в маринах есть либо коин-машин, либо какой-то специальный сервис, когда забирают вещи, их стирают и потом глаженными привозят. Это идеально. Но здесь, на Маврикии, 1 килограмм постиранных вещей стоит $5. Поэтому постирать 30-40 килограмм вещей, которые накапливаются обычно за переход, вот такие деньги, $100. За эти деньги можно купить новый комплект того всего, что здесь на лодке надо стирать. И вот как раз сейчас есть возможность показать, как проходит стирка в режиме экономии, такой джипси стайл, которым иногда мы прибегаем, а последнее время достаточно часто, потому что в этом регионе это все достаточно проблематично. Собственно, гора вещей находится вот. Вот это все каким-то мистическим образом должно стать чистым. А у нас есть вот такая вот стиральная машинка, которая подключается к 220, которая работает от генератора. Вот. Собственно, как мы стираем? Электричество – это одна часть, которая должна присутствовать. И второе, самое основное, это вода. То есть, если мы будем стирать все пресной водой, то в этой машинке с полосканиями совсем где-то 50-70 литров уходит воды просто на то, чтобы постирать, пополоскать одну загрузку 2,5 килограмма. Impossible. Поэтому что мы делаем? Три емкости для стирки. Pre-wash, wash, after wash. И по-русски предстирка, стирка, автерстирка. У нас есть емкость с превошем, то есть или замачивание. Но для начала нам нужно налить в стиралку воды. Благо воды у нас безлимитно, соленая, ну и что. Потом соль мы себе спокойненько выполощим, и будет у нас нормальные несоленые вещи. Итак, заливаем 1,5 ведра соленой воды. Берем стиральный порошок, это секретный ингредиент, который обычно никто не знает, почему получаются чистые вещи. Так вот, это порошок, здесь он есть, Ариэль. Потом есть секретный ингредиент Дитол, это просто антисептик, его нужно совсем чуть-чуть, с ним обычно стирают гидрики, всякую фигню. Вот. Потом мы это включаем, чтобы немножко воду поболтать. А теперь достаем то, что у нас уже замочено, и складываем в эту адскую стиральную машину. Так, я думаю, что больше сюда ничего не влезет. Включаем таймер. С этим все готово. То, что здесь у нас было до того, стиралось, мы складываем вот сюда. Это обычная морская вода, но без порошка. Задача отсюда вымыть весь порошок, а потом мы это будем все споласкивать в обычной пресной воде и вымывать соленую. Но в любом случае это будет значительно меньше расход воды, особенно пресной, которой у нас на лодке просто нет. Есть емкость, и мы будем полоскать, то есть, чтобы вот это вот не заниматься нажатием на кнопочку, я его откручиваю, открываю кран, мы наливаем пресную воду и потом берем из емкости с соленой водой, все выжимаем максимально возможно. Это автоматический процесс, который делает стиральная машинка, капитан стиральная машинка и команда. По этическим причинам, кто как это делает команда, я не показываю. Девочки красивые, они делают красивые вещи на камеру. Работа, Диана. Так, потом мы это все кладем вот сюда. Ничего, ничего, работай, работай. Потом мы это все сюда кладем, наливаем пресную воду, пресной водой это все споласкиваем, а потом делаем вот такой процесс. Джипси стайл. Цыганская лодка.
Вон, кстати, Диана поехала в очередной раз за водой. Вот вещички, которые у нас в итоге сохнут. И это еще без белья.